Если верить хроникам Могиделя, последние автопробеги здесь проходили в пору комсомольской юности города. В них участвовали автолюбители из предприятий и учреждений города. В этот раз в составе автоколонны молодые специалисты и в основном студенты. Кстати, именно они и стали инициаторами проведения мероприятия. В каждом городе проводят такое мероприятие, и мы тоже собрались с нашими участниками, типа Пандра и Арка, авторадиоклуб. И решили провести вместе совместный автопробег по нашему городу Огидель. К 35-летию города Огидель мы хотим провести такой же автопробег. Всего в автопробеге приняли участие около 60 автомобилей. Практически каждая была украшена наклейками, российским триколором и надписями, посвященными юбилею Победы. Маршрут прошел через весь город. Я надеюсь, что станет традиционным для нашего города. Жители города активно поддержали нас. Очень много участников было. Было порядка 60 машин. Очень отрадно, что приехали гости из города Нефтекамска и из Татарстана. Массовый автопробег прошел без чрезвычайных ситуаций. Организаторы планируют провести подобный марш и к юбилею города в июне.